когда-то, наверное, надо будет его просто перекрыть и укрепить, если ну, да. такая будет необходимость. Ну вот видишь, как ты производишь технику. Не это, выдерживает. Ну, замена подшипников. А кто тут в команде? Вот руководитель здесь. На машинном дворе кто у тебя командует? Главный инженер и завмастерским. Ну, инженер. Понятно, есть главный инженер, есть заведующий мастерскими, да. как и раньше. Справляются. Тут у тебя что? Справляются. Это та единица, которая бортовая замена бортовой и вторая замена головки. Они в ремонте, запчасти заказаны, чтобы для устранения. Так вот, по запчастям у нас по вертикали, раньше эти были снабженческие структуры, да. сельхозтехника, управление сельского хозяйства, ну, в область мы обычно приезжали, там были у нас, да, райагропром с нами, совершенно верно. Все должно быть восстановлено. А то начальники и работники у него есть, и СНАБ этот может быть по-другому называется, сервис какой-то областной. Скорее. Но они должны свои функции выполнять, они должны ему помогать. Особенно на эту технику, и фонд запчастей и прочее. А если что, так на завод заехал, купил и привез ему. Так вот, то есть, ну, заводы говорят, что они свои же развили сервисные бригады, вот МТЗ, ну, и Сельмаш. Где надо? Вот этот, нет, где конфликт. Надо? Не, у всех что? Работы нет, хватит. Нет, там нормально. Как там, вот Облагросервис у нас, да, ну, я имею в виду Могилёве, да, там и бригады, он запчасти, и есть запчасти. Это подписание. Это подписание, Александр Григорьевич, это так. Почему подписание? Ты, у нас же практика, он собирает вот такие трактора, восстанавливает их и за полцены или за треть цены продает. Делаем мы такое, собираем трактора, часть собираем, часть списываем, узлы забираем потом. Ну смотри, чтобы это разговоры не были, а чтобы было да, на самом деле. Мы сейчас из кормовой тачкой так же идем. Нормальный трактор, ну ясно, не новый, но если его восстановить, переднему, задним, посмотреть двигатель, если это нормально, он будет работать где-то. Ну, конечно, мы сейчас начали кормораздатчики уже восстанавливать, поднимать. Да, которые все надо восстанавливать. Ну вот такой вот трактор, как я говорю, надо это... иметь в хозяйстве, который будет эти бывшего механизатора отдал ему. Давай, ты работай. Пенсионеров мы активно привлекаем не только на трактора, и работают у нас, и задерживаются правильно, они у нас. Правильно. И на комбайны, в том числе они у нас пошли работы, тоже взяли. Нет, но я говорю, что есть одного человека оставил. Он тебе распашет усадьбы, обработает их, если надо, таки посеять, чтобы тебя не отвлекаться. Сказал я ему объем работ, вот тут фермы посносил, бурьян растет, а все это надо распахать аккуратненько, ну хотя бы какую-нибудь да траву населению, посеять. Населению. Ну и смотри тут. Я еще помогать мы вам будем. Конечно, мы не будем вам облицовывать эти, ну, если, к примеру, надо здание, это уже ваше дело. Но если надо где-то трактор купить или еще что-то, мы будем знать, надо помочь. Конечно, в этом плане мы будем поддерживать. Спасибо. Помогать. Нам 83 в этом году пришли, 2 единицы мы их на кормление используем. И 12-й пришел также новый, он использует хозяйство. Спасибо. Мы кормораздатчики, благодаря области, мы приобрели себе, еще нам выделяется. Мы потихонечку также обновляем, не стоим на месте, обновляем парк, но не упускаем тот же самый парк. То, что они стоят, они на запчасти, не упускаем тот же это самый парк. Это все правильно, но должна быть дисциплина. Тебе трактор дали? Цели это.